Итак, после того, как мы рассмотрели стили письменных работ, давайте поговорим о видах научных работ. Цель этой лекции – выделить общие характеристики и отличительные особенности таких видов письменных работ. Говоря об эссе, мы понимаем, что это, как пишет Муравьев, цитирую, «прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющая попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. Конец цитаты. Эссе имеет много отличительных особенностей. Прежде всего, это свободная композиция. Эссе, цитирую способие признаки эссе, не терпит никаких формальных рамок и зачастую строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным ассоциациям некой интуиции автора. Формальным правилом написания эссе является наличие заголовка. Конец цитаты. Исходя из этимологии слова «эссе», это попытка автора что-то понять, переосмыслить и выразить себя в понятной для читателя формы. Это авторские мысли вслух. Эссе – это не энциклопедия, где читатель ищет готовые, исчерпывающие ответы на свои вопросы. Пол Грэм пишет, цитирую, «Поскольку эссе имеет свободную структуру, то от автора не требуется обязательного повторения выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. Аргументация может предшествовать формулировке проблемы», Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. Конец цитаты. В рамках эссе поднимается, цитирую, конкретная тема, и далее следует подчеркнуто субъективная ее трактовка. Цитаты из пособия «Признаки эссе». Эссе – это поиск ответов на один вопрос. Часто эссе начинается не с законченной мысли – не с позиции автора, а с вопроса, с идеи, выражая которую автор помогает себе понять истину. Любая письменная работа бесспорно должна звучать убедительно. Убедительность этого вида письменной работы заключается не в замысловатой аргументации с целью защитить свою позицию любой ценой, а в самом поиске, благодаря которому автор приближается к истине. Особенность эссе – это парадоксальность его изложения. Его можно сравнить с потоком мысли, с бурной рекой, течение которой должно увлекать читателя. По мнению многих исследователей, это, цитирую, его обязательное качество. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является яркое высказывание или парадоксальное определение – буквально сталкивающие на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг другу утверждения и характеристики. Это была цитата из пособия «Признаки эссе». Для эссе характерна непредсказуемость инноваторства. Это не заранее заданный по навигатору и потому предсказуемый маршрут, но скорее неожиданный поворот, сюрприз. Именно эффект неожиданности вызывает интерес у читателя. Здесь важна тема, которая должна быть понятна и глубоко изучена автором. Если какая-то идея удивит автора, цитирую, свободно владеющего данной темой, то и для большинства читателей эта идея будет интересна. Так пишет Пол Грэм. Эссе ориентировано на конкретную аудиторию в отличие от реферата, который рассчитан на любого читателя, эссе предполагает некоторую подготовленность читателя к обсуждаемой теме, уточняется в пособии признаки эссе. Это позволяет автору, избегая формальностей и пространных введений, сразу перейти к изложению новых мыслей. При всей свободе в композиции для эссе характерно внутреннее смысловое единство. Речь идет о согласованности ключевых тезисов и утверждений, о гармонии аргументов и ассоциаций и о непротиворечивости тех умозаключений, к которым приходит автор. Для эссе характерен непринужденный и доверительный стиль как поясняется в пособии «Признаки эссе». Там пишется так. Автор намеренно избегает усложненных, неясных, излишне строгих построений. Конец цитаты. Но ориентируется на разговорную речь. Однако это не позволяет ему использовать в рамках текста сленг, шаблонные фразы, сокращение слов, банальности и чересчур легкомысленный тону. Эссе требует творческого подхода. Стиль эссе прежде всего должен отражать личностные особенности самого автора. Стиль этот отличается эмоциональностью, импульсивностью и образностью речи, использованием метафор, сравнений, аллегорий, притч и афоризмов. И последнее. Для эссе характерен сравнительно небольшой объем, Жестких границ в этом жанре не существует, но приветствуется эссе, в котором меньше текста, чем в других видах письменных работ. Теперь давайте перейдем с вами к реферату. В отличие от эссе, при написании реферата необходимо следовать некоторым жестким требованиям. Термин «реферат» в переводе с латинского означает буквально «докладывать», «сообщать». Реферат — это, цитирую, «краткое письменное изложение на определенную тему, включающее в себя критический обзор соответствующих источников информации, будь то научных работ, статей или книг». Вот такое определение дает Крысин в «Толковом словаре иноязычных слов». Правила оформления письменных работ Теологического института Ингрии поясняют, что в отличие от эссе, Объем реферата обычно колеблется от 7 до 15 страниц печатного текста. Конец цитаты. Реферат принадлежит к тем видам письменных работ, которые чаще всего преподаватели задают студентам. Иногда это может восприниматься как ненужная работа, которая преподавателям не читается, поэтому студент сталкивается с искушением легкомысленно заимствовать готовый реферат или же соединить воедино части более или менее подходящего к теме текста, скопированного из разных источников. Однако реферат не результат бездумной компиляции нескольких источников. Он предполагает самостоятельную творческую работу студента, которая удостоверяет его знания литературы по определенной теме. Также студент, работающий над рефератом, должен понимать основные подходы к решению научной и практической проблемы и демонстрировать собственные идеологические и богословские взгляды по исследуемому вопросу. Реферат считается успешно выполненным, если в нем студенту удалось на основе анализа рекомендованных источников правильно поставить, корректно сформулировать и раскрыть суть проблемы. Объем и количество задействованных в подготовке реферата источников примерно равен 10. В отличие от диссертации, вопрос о методологии и методах в реферате, в исследованиях обычно опускается. Теперь отметим отличительные особенности диссертации, цитирую из положения о присуждении научных званий. Диссертация ⁇ это научная работа подготовленная самостоятельно или под научным руководством для кандидатской диссертации, или же при научном консультировании для докторской диссертации. Диссертация должна иметь внутреннее единство, отражая личный вклад автора в науку и содержа изложение выполненных и опубликованных результатов исследований включать в себя сформулированные на их основе научные положения, выносимые на публичную защиту, а также выводы и рекомендации по итогам диссертационного исследования и сведения по их практическому использованию. При этом предполагаемые автором новые научные положения должны быть строго аргументированы и критически оценены – по сравнению с известными для науки данными. Конец цитаты. От диссертации требуется оригинальность. В ней кандидат доказывает, что как ученый он может способствовать развитию науки, которой намерен заниматься. Написание и защита диссертации требует определенного уровня зрелости. Автор не только должен ознакомиться с тем, что написали другие ученые на актуализированную тему, он должен понимать, что, учитывая их достижения, ему следует открыть что-то самостоятельно. Данное открытие может интерпретироваться как научная новизна, определяющая качество работы. Научным результатом исследования считается и, цитирую способие ЭКО, как написать дипломную работу, новое истолкование классического текста и находка рукописи, проливающей дополнительный свет на общеизвестные библейские факты и систематизация материала по какому-либо вопросу, придающая единство набору идей раскиданных всюду понемножку. Этим диссертация существенно отличается от реферата или от дипломной работы, которые не являются завершением долгого продуманного труда и свидетельством окончательной зрелости. Конец цитаты. При этом требование получения новых для общества данных для диссертационных работ является необходимым и строго обязательным. Помимо этого, особого внимания также требует и оформление диссертации, о котором мы будем говорить позднее. Отметим, что для диссертации необходимым требованием является перечисление элементов понятийного аппарата, то есть используемых терминов. По своему объему диссертация охватывает от 150 до 300 страниц. Таким образом, приступая к написанию письменной работы, студент должен ясно понимать ее стилистические и видовые особенности и быть достаточно мотивированным и вдохновленным для совершаемого труда. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.